Ольга Коробкова – мама троих детей. По словам работника завода, времени на себя совсем не остается. Что уж говорить о плановом посещении врачей. Выездная диспансеризация – это очень удобное решение для тех, кто хочет уделить своему здоровью хоть какое-то внимание. Без отрыва от производства, затратив намного меньше времени, что при прохождении диспансеризации в поликлинике. Марина Волкова занимает руководящую должность. Из-за плотного графика часто откладывает походы в поликлинику. Работаю на заводе более 17 лет, и за такой большой стаж я могу оценить удобство, качество обслуживания, медицинского обследования, которое мы прошли в эти дни. И хочется выразить благодарность руководству завода за оперативность диспансеризации и, конечно, сказать слова благодарности медицинским работникам. Уделить внимание своему здоровью можно без отрыва от производства, затратив намного меньше времени. Входит в нее диспансеризацию измерение артериального давления, измерение массы тела и роста, общего анализа крови, определение уровня холестерина и сахара, электрокардиограмма, смотровой кабинет, акушерочка смотрит у нас женщин. У мужчин после 45 лет мы берем анализ крови на ПСА для выявления рака предстательной железы. Практика проведения диспансеризации на рабочем месте себя оправдывает, уверенно, на предприятии. Это вдвойне удобно, поскольку людям не нужно уходить, не нужно стоять в очередях, не нужно занимать свое свободное время. И поэтому такая диспансеризация проходит уже не первый год. Мы очень сотрудничаем с городской больницей, тем более, что филиал этой больницы, вторая поликлиника, находится достаточно близко, и нам всегда очень удобно с ними общаться. По словам медиков, осмотры и диспансеризации нужны для того, чтобы выявлять опасные болезни и не давать им дальше развиваться. Только за февраль порядка 500 заводчан смогут проверить состояние своего здоровья, не отпрашиваясь с работы. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.